الحمد لله уважаемые братья и сестры. Первое, то, что мы собрались, альхамдулиллах, на ответку нашего дорогого брата Ильдара, альхамдулиллах, обратился с сына Али, просим Аллаха субхана таала, чтобы, как пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям желал, баракаллаху баракаллаху бика фи мавдуу, уже как дуаи, уже как дуа, уже как шутта, пусть Аллах субхана таала тебе даст подарок в том, что он тебе подарил, и его ребенок, и мавдуу, подарок Аллаха субхана таала. И в Коране тоже Всевышний Аллах субхана таала говорит, вахаб Аллах, я хабу лимен яша, Аллах субхана таала в качестве подарков дает детей. لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور كم تدعي девочек كم تدعي الله سبحانه وتعالى دعي мальчиков أو يزوجهم ذكران وإناثا كم تدعي мальчиков девочек ويجعل من يشاء عاقلا كم تدعي الله سبحانه وتعالى دعي детей то есть бесплатно не дает الله سبحانه وتعالى детей поэтому пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям пожелал يهب بارك الله لنا في مولاه صلى الله عليه وسلم تعالى بركات в том что он тебе подарил وشكر الله И пусть Аллах Субхану Тааля сделает для тебя из тех людей, которые ты можешь быть благодарным тому, кто тебе подарил этот подарок. Чтобы ты был благодарным тому, кто тебе подарил этот подарок. Урбзех Табирла, и дай Аллах Субхану тебе качество риска того, чтобы этот ребенок был барран биваридей. То есть был послушным родителем, был покорным родителем. И четвертый Баляга Шудда. Дай возможность вам, супруга, иншаллах, дожить до тех дней, когда он сам станет взрослым, когда он сам женится, у него будут дети. Вот эти четыре вещи желал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. То есть, во-первых, баракат. Как понять баракаллаху ля фи маху? То есть, как понять, да, даст тебе Аллах субхана ва тааля баракат в этом? То есть, даст здоровье, имеется в виду, алейхи, чтобы Аллах субхана ва тааля отдалил от него от разных фитн, которые каждый раз встречается человек в этой жизни, разные виды смута. Поэтому, когда ребенок рождается, первое, что он плачет, правильно? Сразу начинает плакать, вот кто в доме видит, берешь ребенка, плачет. Почему? Потому что Аллах объяснил это, сказал, «Ял тому шайтану фиджанна». Только рождается ребенок, шайтан его бьет, Бог. В хадисе сказано так. «Илля Иса ибн Марьям». Кроме одного человека, Иса ибн Марьям, шайтан не коснулся. Как будто уже, как только человек рождается в этой жизни, то есть как только он приходит в эту жизнь, шайтан его тоже встречает. Подобно тому, как Аллах субхана ва тааля дал ему жизнь, подарил ему жизнь, так же шайтан его в этой дуне встречает, карин, его карин, который по жизни нашептывает ему, по жизни, ну, его свис, фьюсадри, по жизни нашептывает его сердце. Поэтому пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям прочитал азан Хасану Хусейну, именно как только он родился, чтобы слова саля, слова шахады, хайя аля саля, ашхаду алла илляха илляллах, чтобы сразу же через его уши проникли его сердце, его внукам. Шакар Тарвахим. Будь благодарным тому, кто подарил тебе подарок. Субханаллах. То есть именно это очень такое качество, быть благодарным Аллаху Субхану Тааля. Быть благодарным то, что Он нам дает, за это благодарным быть. Даже когда Аллах Субхану нас что-то забирает, тоже быть благодарным Аллаху Субхану Тааля. Альхамдулиллах, как мы говорим, фи кулли хали, фи кулли хин. Мы всегда должны быть благодарным Аллаху Субхану Тааля. Какая бы ситуация ни была, мы говорим альхамдулиллах. Если у нас испытание какое-то, что мы говорим альхамдулиллах, каддар Аллаху на шафа'а. Аллах Субхану предопределил, что пожелал, то случилось. Когда что-то, альхамдулиллах, у нас рождается, события новые, какое-то баракатное дело появляется, то мы тоже альхамдулиллах. То есть тоже в этот момент радости и тоже благодарим Аллаху Субхану Тааля. И это, уважаемые, любимые, дорогие братья, именно качество благодарных людей, одно из основных качеств, можно сказать, самое главное качество, на которое смотрит Всевышний Аллах Субхану Тааля. Даже когда мы с вами намаз читаем, такбир делаем, первое, что мы говорим с вами? Аллаху Акбар, а потом что говорим? Альхамдулиллахи Раббиль Алямин. Благодарство Аллаху Субхану Тааля Господу Ему. Альхамдулиллахи Раббиль Алямин. Благодарность Всевышнему Аллаху Субхану Тааля Господу Ему. Хамд. Ас-сана. Поэтому даже пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: "Ля салата лиман лям йакра фатиха аль-китаб". Нет намаза у того, кто не прочитал сурату аль-Фатиха. То есть то, что сурату аль-Фатиха не прочитал, его намаз не действителен. И именно первое, именно по какому качеству Аллах Субхану Тааля будет вводить в рай первых людей именно по качеству благодарства. Аллахи, в хадисе сказано, «Аль-малаикату йухбатун» ангелы будут ревновать, будут завидовать, сбелы зависти тем людям, которые зайдут первым в рай. И Аллах Субхану Тааля сказал в хадисе Кудси, «Ауаль ман ядхулю джанна айдалия шахиру». Первые, кто зайдут в рай, мои рабы, благодарные рабы. И ангелы в этот момент
они будут ревновать и скажут, почему они, а не мы? Нахну абаднака ма асайнака. Мы же тебе поклонялись и никогда не ослушивались. То есть, субханаллах, этот твой раб благодарный, он иногда слушал себя, но ангелы никогда не слушаются Аллаха, субханаллах, та'аля. Аллах в Коране сказал, ла ясуна Аллаха ма амара ва яфалуна ма ямурун. Они никогда не слушаются Аллаха, субханаллах, та'аля. Все, что Аллах, субханаллах, приказал, они выполняют. На что Аллах, субханаллах, та'аля, им ответит и скажет, ма кана лакум аль-хайра. У вас не было выбора. Быть благодарными или быть неблагодарными. Я вас так сотворил. Однако у человека есть выбор. Имма шакира, имма кафур, как Аллах субхана говорит. Или быть благодарным, или быть неблагодарным Всевышнему Аллаху субхана тааля. Поэтому это то качество, даже когда вот из сунны посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям даже выбыл для им брата, потому что он пригласил, как сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, «Мен ла йашкуру ан-нас, ла йашкуру Аллах». Тот, кто не благодарит людей, этот человек также не благодарит Аллаха субхана ва тааля. То есть поэтому вот в этом дуа пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям в отношении к тем людям, которые Аллах субхана подарил детей, именно глубокий смысл. Барак Аллаху фимаху. Пусть Аллах субхана ва тааля тебе даст баракат в том, что он тебе подарил. И опять же, в эти слова «фильмалгу» в подарке, в этот момент мы что задумались и говорим, «Субханаллах, ведь Аллах меня подарил». Представляете, папа с мамой живут 9 месяцев своей жизни, как жили, так и живут. И Аллах, субханаллах, в утробе мамы этого ребенка создают такое чудо, субханаллах, с глазками, с ушами, сердечко, субханаллах. 4 месяца, когда Аллах, субханаллах, посылает ангела, «Янсухуби», то есть именно рух, его усиляет душу, то есть ногти, то есть потом он жив. Аллах Субхану Та'аля вот так вот сотворит, поэтому это и есть подарок Аллаха Субхану Та'аля. Поэтому также Ибрахим Алейхиссалям просил «Рабби хабли мина ссалихин». «О мой Господь, даруй мне хабли, я тебя сказал слово хабли, хабли, подари мне из праведных рабов». Поэтому, когда мы в этот момент понимаем то, что все, что к нам дает Аллах Субхану Та'аля, это от Аллаха Субхану Та'аля, тем самым мы начинаем больше восхвалять Аллаха Субхану Та'аля, больше возвеличивать и больше любить Аллаха Субхану Та'аля. В отличие от людей неверующих, они все приписывают к себе, я сделал, я заработал, там, это мой там, сын, там, даже нам, шабах, отцам, какой почет, то, что наших сыновей и дочерей по нашему имени пишется Субхану Та'аля. Именно беречь вот это насль, именно родословную и так далее, то есть нельзя приписывать детей там, другим отцам, другим родителям, да, то есть это тоже является для нас великий почет, но при всем этом мы знаем то, что это подарок Аллаха Субхану ва Тааля, и тем самым здесь появляется полная покорность и полный таухид лиллахи азза ва джалль, единобожие, то, что Аллах Субхану ва Тааля дал, как Аллах Субхану ва Тааля что-то дает, так же Аллах Субхану ва Тааля может что-то забрать. Аллах Субхану ва Тааля, когда нам дает еще больше, когда мы его благодарим, как Аллах Субхану ва Тааля сказал, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Если вы будете благодарны мне, говорит Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, сура Ибрахим, я вам еще больше дам. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Если будете неблагодарны, то увидите мое сильнейшее наказание. Именно больше дам, помимо Али, Аллах Субхану ва Тааля еще даст детей. Но до того, как Аллах Субхану ва Тааля даст других детей, Али даст баракат, даст иман, даст истиқама, даст ихлас, даст риск его, то есть даст ему здоровье, сиха, аль-афия и так далее. Это именно если мы будем отдельно за это милость Аллаха Субхану ва Тааля благодарить. Ва би шукр тадуму ни'ма. Когда мы благодарим Аллаха Субхану ва Тааля, эта милость, ни'ма, она будет продолжительной. Третье, рузык табирра. Пусть Аллах Субхану ва Тааля даст вам в качестве ризка, опять рузыкта. То есть мы понимаем, что риск, когда мы говорим, например, риск, сразу в голову что приходит? Деньги, там, еда, да, риск сразу, ризык, наш даже риск. Но риск это не только что-то, то, что можно потрогать, пощупать, там, увидеть. Риск это те вещи, даже которые мы не видим вещи. И мы их, может быть, не чувствуем, но они среди нас. Твои, субханаллах, приходишь в супругу покорно, это риск от Аллаха, субханаллах. Ты ночью просыпаешься, субханаллах, видишь, что твои дети стоят на коврике, в углу, в темноте читают тахаджуд намаз, субханаллах, радуешься. Кто их, субханаллах, разбудил, субханаллах? На этот намаз. Это тоже риск от Аллаха Субхану Та'аля. То, что с полслова тебя твои дети понимают, слушают и переговаривают с тобой, это риск Аллаха Субхану Та'аля. Есть понимание среди братьев, альхамдулиллях. То есть легкость некая такая, да, нету какой-то такой упрямости. Это тоже риск от Аллаха Субхану Та'аля. Не только. Поэтому рузик табирра, то есть в этом хадисе, в качестве риска пусть Аллах Субхану Та'аля подарит вам послушание ваших детей, покорность. Поэтому, субханаллах, сколько вы свидетельств, когда субханаллах, дети не слушают своих родителей. Или обманывают своих родителей, или родители думают о них что-то одно, но они, субханаллах, совсем другое делают. Поэтому это тоже большое богатство, которое невозможно заработать и купить. Это от Аллаха, субханаллах. Шейх Саади Шафии рассказывал,
Потому что наш отец, наш старший, тоже большой ученый, когда мы были детьми, брал нас с собой в дорогу, куда-то, особенно там мы с ним по дороге ехали, там повторяли книги, Коран повторяли, если у нас там учеба была, мы там ему сдавали наши уроки. И останавливались истираха, то есть в Саудии там по дороге так есть некие как такие, как правильно говорить, истираха. Точки, где можно отдохнуть, там же гостиницы и так далее. Остановились, мы говорим, переночевали там, на утре намаз. Мы же дети ночью, всю ночь играли там в футбол и так далее. На утренний намаз, говорит, я проспал, мне тогда было 8 лет, что ли, 8-9 лет было. И говорит, мне сказал отец такие слова, я, говорит, до сих пор, ему сейчас за 60 лет, до сих пор эти слова помню. Я, говорит, не пришел на утренний намаз, проспал, и мне отец шейх Насар, рахимахуллах, сказал, ты проспал утренний намаз? Я говорю, папа, да, выспался, говорит, не было. Хотя ему не факт, что был намаз сейчас. И он мне ответил, говорит, чуф, смотри, салятик, талас, салятик, твой намаз, он для тебя. Валякинна танфа ани индалла. Но однако также твой намаз поможет мне перед Аллахом в судный день. Субханаху, очень легкие, простые слова, но как они от отца сыну прошли в сердце. Как, говорит, он знал, папа, как я любил своего отца и был привязан к своему отцу. Твой намаз, он ради тебя, но твой намаз поможет мне перед Аллахом в судный день. То есть я правильно воспитал, значит, если будешь в намазе, после моей смерти будешь дуа за меня делать. И Аллах Субхану будет меня возвышать, мы знаем, что все за вами хадис, когда человек умирает, у каждого человека есть книга деяния закрывается, кроме трех видов людей. Один из этих людей, который тот, кто после себя ставил детей, которые за него делают дуа. Вот это поэтому дай Аллах Субхану, что ваши дети будут послушны вам. И четвертое, дай Аллах вам возможность дожить до тех времен, когда они сами повзрослеют. Субхану. Поэтому, конечно, именно такое положение ятима отдельное, то есть человек ятим это тот, кто потерял своего отца до совершеннолетия, из них был пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Не видел, вы знаете, то, что он не видел своего отца, родился на этот свет. Также три манхаба, они тоже были сиротами. Поэтому Аллах Субхану даже отдельно в Коране сказал пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям, я джитика ятиман фаава. Не заслал для тебя Аллах Субхану таля ятимом и сам себя воспитал. الشوقي والذي ذكرت في القرآن باليتم تكريمة وقيمة لؤلؤ مكنون في اليتم التي упомянут رسول الله عليه السلام القرآن как ятим и как прекрасен тот женщин, который скрывается в глубине сироты. То есть имеется в виду, как понять тот женщин, который та награда, которая в глубине сироты. Если ты погладишь его по голове, твои грехи прощаются, и ты приближаешься к Аллаху Субхану ва Тааля. Если возьмешь его на будешь его содержать сироту, то Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ана ва кафи ль ятими фи джаннати кахатайн ва ашара ля сабабин ва ль-вуста». Я и тот, кто обеспечивал, содержал, воспитал сироту, со мной будет на таком расстоянии в раю, указал на указательный палец и на средний палец. Поэтому тяжело бывает сиротам. Поэтому именно Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям желал, будучи сам сиротой, желал, чтобы каждый родитель мог увидеть то, как повзрослеют его дети, как они сами женятся, будут сами сначала старшими девочками, когда уже было приятно, когда мы не сможем это получить, если будем благодарны Аллаху Субхану ва Тааля. Поэтому еще раз благодарим вас, шейх Ильдар, пусть Аллах Субхану ва Тааля вам еще детей, пусть Аллах Субхану ва Тааля примет ваше вот это угощение, иншаллах, ваши ифтары. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, хадис вы знаете касательно ифтара, но есть хадис касательно ифтара в Рамадане, раваху шейхан, من فطر صائما من طعام او شراب من حلال صلت عليه ملائكته في ساعة رمضان وصلى عليه جبريل ليلة القدر دكتور بريغلاسيل نفطر رمضان людей за него будут все и накормил их из еды или из питья третий условие с халяля с халяля заработка за него будут молиться ангелы все часы рамадана и Джибрил алейхиссалям будет за него делать дуа ночь перед определением поэтому алхамдулиллях Аллах субханаху ва тааля примет наши дуа и осталось совсем мало времени, что половина Рамадана пролетела, как будто одна ночь, 15 ночей, как будто одна ночь, и вторые 15 ночей, как будто вторая ночь будет. Поэтому, как говорится, нам каждому нужно постараться обновить свои намерения с Аллахом Субхану ва Тааля, приблизиться еще больше к Аллаху Субхану ва Тааля. Перед тем, как мы приблизимся к Аллаху Субхану ва Тааля нашими телами, нужно приблизиться к Аллаху нашими намерениями и нашими сердцами. Аллах именно на это смотрит. Жизаку ва хайр.